Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Fallout 4. Ну что же, собственно, продолжаем мы двигаться в сторону завода Atoma Toys для того, чтобы найти там запчасти для гребаного робопони, чтобы отдать его Лютику. Ой, Лютику, господи, о чем я говорю? Чтобы отдать его какому-то гулю, короче, жесткому, которому эти запчасти нужны. Ну что ж, давайте начнем с простого. Для начала надо похилиться и сделаем это с помощью какой-нибудь еды, наверное, пожалуй. Так, что у нас там есть интересного? Метикс, ментанты, мутафрук, мясо болотника. Это все сырое. Ну, от овощного супчика, я думаю, что можно забацать. И, пожалуй, еще омлетиком закусить. Давайте вот, наверное. Вот так будет прекрасно. Ну что же, в общем-то, понеслась. Где-то там впереди должен быть этот завод. У нас слишком много вещей, поэтому я не могу бежать. Кто там ходит с фонарем? Это тот самый наш старый друг, которого мы уже повидали. Блин, тут придется немножко, наверное, вплавь, да, двигаться. Ах, радиация. Гребаная радиация. Да, это тот самый чувак, Дьюк, который ходил в силовой броне, которого мы встретили в прошлой серии. Также в прошлой серии, насколько вы помните, мы постучали короля болотников. Это был довольно жесткий чувак. Ох, кажется, там у него заваруха началась. Или это не у него? В любом случае, нам нужно отдохнуть, потому что я перегружен. Сколько у меня перегруз большой? Давайте посмотрим. Так, 375 из 145. Ну да, 30 единиц перегруза. Это довольно много. Просто видите, продвижение у меня теперь сокращается, очки действия. Это на самом деле не есть хорошо совсем. Бейкер. А вот это любопытно. Бейкер. Ух ты, мать твою. Что-то какая-то жесткая пушка у этого Бейкера. Даже не знаю, смогу ли я его вынести. Но давайте попробуем, наверное, в туловище. Смысла нет, потому что брони очень много на туловище. Можем попробовать, наверное, в правую ногу. Очков действия не хватает на больше, но, в принципе, больше не надо, наверное. Просто начнем. Внимание. Так. Теперь, пожалуй, стоит спрятаться, немножко отсидеться, подождать. Стоп, стоп, говорит, ты это слышишь? Еще бы я это не слышал. Ненавижу, говорит, все это. Согласен. Я тоже не очень люблю. Какие-то лютые заварухи пошли. Ну, кстати, еще одна Red Rocket. Тем временем у нас здесь. Ух, блин! Как я вовремя оттуда ушел! Эта ракета явно предназначалась для моей задницы. Вот, кажется, еще одна подлетела. Даже не знаю, может проще свалить. Охереть. Вот это жесть, конечно. Не знаю, может, проще стоит свалить, просто не париться. Стрелок новобранец. Блин, их слишком дофига там. Вот черт. Еще одна ракета прилетела. Ладно, тут у нас, похоже, дело будет заваруха крутая. Давай, сестра. Собственно, подождем, пока у них кончатся, может быть, ракеты. Ау, по мне-то за что стрелять? Я тут не виноват. Я тут ни при чем. Это все они. Да блин, больно делают сволочи такие. Отсюда жалко, нам никого не видно. Просто неохота идти в ближний бой, на самом деле, совершенно. Особенно учитывая, что я перегруженный. Охота дождаться, пока они там сами друг друга побивают. Ну, видимо, все-таки придется. Оп, одного все-таки вымочканул. Мистер Дьюк. Here we go. Даже не знаю, это явно было в молоко выстрел. Тихо.
стрелок рядовой. Ладно, возьмем снайперский карабин. С ним будет попроще, наверное, все-таки. Ух, по крайней мере, поджигает. Да чтоб тебя, что ж ты всеми двигаешься? Встань уже, замри на месте. Дай мне спокойно тебя убить. Блин, больно стреляет, ублюдки. А, вот ты где. Я тебя понял. Одну секунду. Готово. Так, надо бы похилиться, наверное. Отбивные собачатники, то, что нужно. Очищенной водой запьем все это мероприятие. Вот, собственно, силы уже вроде как и установлены. Наша напарница тем временем там уже присела отдохнуть. Ну да, впрочем, и ладно, пусть себе сидит. Стоит ли вообще туда идти? Вот в чем вопрос. Реально до сих пор задаюсь этим вопросом. Может, ну его нахрен? Может, и не надо? Клинт. Ух ты, мать твою. Какой он жесткий. Да, сейчас, по-моему, тут враги немножко мне не по уровню пока что оказались. Ух ты, лол. Ну, здравствуй, родной. Бейкер, твою мать. Да встань ты, господи, боже мой. Тесса, Бейкер. Кажется, мне хана сейчас будет. Патроны. Ну, конечно же, патроны. Замерзни, пожалуйста. Да ёперный ты театр. Я же говорю, замерзни. И похер, она не мерзнет. Ау. Ну ладно, мне тоже она ничего не отнимает особо. Поэтому, в принципе, норм. Однако бесит, что он не замерзает, на самом деле. Реально немножко бесит. Так, спокойно. Следим за уровнем здоровья. Так, пора хилиться, наверное. Пожалуй, можно даже стимпаками, потому что у меня сломана рука. Даже, пожалуй, парочкой. Ну, наконец-то, господи, боже мой, наконец-то она сдохла. Так, подробнее, срочно подробнее, я говорю. Ладно, неважно. Бейкер. Твоя, родной, лови. Еще одну хочешь? Лови еще одну, мне не жалко. Немножко не долетело, правда, но это ничего страшного. Твою дивизию. Все-таки распилили мне головешку. Естественно, сохранение мы не делали, поэтому вся серия пошла, собственно, кажется мне, коту под хвост. Очень жалко. Целых 8 минут потерянного времени. Да, начинаем мы опять-таки в этом месте. Ладно, может, оно и к лучшему. Может быть, тогда стоит все-таки как-то постараться обойти. И ну его нахрен, не связываться с этими уродами. Потому что они как-то реально пока что мне не по уровню. Давайте пробуем поменяться с нашей спутницей, потому что у меня реально жесткий перегруз, мне это не нравится. Обмен. А у нее как раз-таки ничего нету, поэтому можно ей что-нибудь скинуть вполне. Ну, давайте то, что мы не используем. Бесшумный пистолет, бесшумный мощный пистолет-пулемет, кстати говоря. Неплохо. Так, ну уже хорошо. Импульсная мина, институтский пистолет, институтский карабин, инъекционный карабин, криомина, оптический 44-й пистолет. Так, стрелковый мощный боевой дробовик. Вот так гораздо проще будет, на самом деле. Так, давайте теперь снова похилимся. Предметы, помощь. Да, блин, что же раньше-то я не скинул на самом деле всякого хлама, потому что... Просто потому что так гораздо реально проще, можно бегать спокойно, очки действия отнимаются разы меньше. Мы больше не перегружены, больше ничего нас не беспокоит особо. Я, честно говоря, думал, что у нее перегруз просто будет. А нет,
Оказывается. Рейдер-убийца. Рейдер-мусорщик. Ну что, попробуем троих взять, что ли? Я не знаю, это какая-то очередная база рейдеров. В общем, куда ни пойди, везде базы рейдеров сплошные. Ладно. Начнем банально с разведки. Почему цель не помещается, интересно? Вроде прицел у меня, который должен цели помещать. А он их не помещает. Ладно, неважно. Да блин, стой, родная. Замри. Вот так-то лучше. Убежала. Ненавижу, говорит, все это. Я тоже, знаешь ли, не очень люблю. Ну что поделать. Так, родной, твоя. В задницу. Вот это, кажется, устраивает по мне. Кажется, они поняли наконец-то, где я нахожусь. Да, смотри-ка, бегут. Бегут с ножами причем. Вот эти рейдеры, в принципе, не выглядят такими крутыми, как... те, что были до этого, поэтому этих можно будет попробовать и взять. Ау. Минус один, хорошо. Не забываем следить за уровнем жизни и вовремя, в случае чего, сохраняться. Чуть поможем. Что, кажется, она там не очень справляется. Готов, родной. Ну давай, помогу, давай, давай. Ну, господи, все еще не убило, наконец-то. Хорошо. Так, далее турель, рейдер-псих, рейдер-убийца. Да, рейдеров реально куча. Ау. Давайте быстрое сохранение сделаем. Чтобы уж если умирать, так умирать отсюда, начинать потом в дальнейшем. Наше поместование. Так. Этому влетает в туловище. Ну да. Если, конечно, влетает, это все как-то в молоко. Все как-то мимо. Ох, блин, граната прилетела. Ёперный театр. Смотрите, как количество здоровья мое. Срочно пару стимпаков, срочно отбивные собачатинки. Живем. Хорошо. Это дурной знак. Сейчас, кажется, звонит машина. Но этого лучше не допускать. Ух, блин, заваруха-то какая пошла лютая. Блин, не туда немножко кинул. Ну да ладно, вроде мне понравилось в любом случае. Так, этот рейдер готов. И продолжаем диалог. Гранатка полетела. Ох ты, блин. Ёперный театр, родной, лови, твое все. Что за убогий пистолет, а? Ох, блин, жизни-то вообще не осталось. Надо как следует попить, наверное, пожалуй. Блин, меня ранили. Ранили в руку. Надо немножко отступить, наверное. Это, наверное, есть смысл. Например, вот сюда. Как вариант. Да что ж ты перезаряжаешь так не вовремя-то, ну? Давай, родной, давай. Гребаные гранаты. Ау! Блин, запарили, ублюдки. С своими гранатами реально запарили. Чёртовы сволочи, а. Что ж ты будешь делать?
Давай в тулу еще три. Очень мало отнимает нас, это немножко выбешивает. Все, кажется, кончились спиной пистолеты, блин, а по мне очень больно стреляет опять. Опять нужен стимпак один. И на закуску еще добавить, потому что этого мало. Так, предметы, пакет крови давай. Так, спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Ну, конечно же. Опять граната. Ну, конечно, куда же без нее-то? Собственно, ладно. Пакетик крови. Их слишком дохера. Короче, отступаем, ребята. Отступаем обратно. Ох, блин, меня обходит со всех сторон уже. Это не есть гуд. Здорово. Это не есть гуд. Ну, вашу же мать, а. Ублюдки. Нахер, уходим, уходим, уходим. Куда угодно, куда глаза глядят. Лишь бы только подальше от них. Гайд-парк мы нашли. Отлично, всегда мечтал его найти. Так, давайте-ка пакет крови и быстрое сохранение, пожалуй. Ух ты, мать твою, здорово. Готово, родная. Стимулятор. Да и, в принципе, все, по сути. Ну, подходи поближе, давай. Хорошо, минус еще один. Ау, 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 ау. Так, еще пару пакетиков крови. Да, вот здесь нам хилочки понравится. Ух ты, блин. Какой-то спаун пришел. Так, спокойно. Надо поставить, пожалуй. Я так полагаю, что на гранаты. Так, ну пока что-то вроде получается. Хоть как-то, по крайней мере. Патроны. Ёперный театр, патроны. Снайперский карабин. Ну, вариант, конечно, вариант. Он, по крайней мере, хорошо выносит по урону. Твою дивизию, а все-таки убили. Да, друзья, кажется, вся эта серия будет посвящена этой жесткой перестрелке. Это на самом деле, конечно, может быть и здорово, но немного не по моим планам. Но, впрочем, Fallout такая игра, что здесь все всегда идет не по планам. Сволочь. Сдохни. Выкидной нож не хочу, я хотел стимпак взять, а в этот раз стимпака у тебя уже нету. Ну, прекрасно. Так, отходим, короче, отходим. Ау. Рейдер-убийца. Как ты выжила после такого? Ну, наконец-то. Предметы. Помощь. Ну, грязную воду, думаю, что не стоит, наверное, пожалуй. Давайте, во-первых, медрик сопротивление урону. И мутафруктиком закусим. Очень мало он дал. Блин, почему не поставил опять гранаты-то, а? Господи, боже мой. Так, осколочная граната. Ну его нахрен, родная, каждый сам за себя, ты ж понимаешь. Откуда, кто?
собачка по имени Кейт. Перебьем, пожалуй, ноги для начала. Еще одна, что ли? Мать твою, да там не одна. Ну, конечно же, промах. Твою дивизию. Жизни-то совсем нет. Ну да, я труп. Да ну нафиг, что-то чересчур прям как-то сложно, а? Офигеть прям. То ли я давно не играл, немножко поотвык, то ли реально стало сложнее. Не знаю, надо передвигаться постоянно. Так, давайте начнем с простого. Для начала предметы оружия поставим осколочную гранату. Далее, так, убьем эту тетю. И ее труп. Стимулятор, все, побежали. Да чтоб тебе. Тихо, тихо, тихо. Все, патроны. Ну да, понятно. Да ну нахер, короче. Вообще просто забей, убивает на раз-два. Да я, правда, конечно, сам виноват, крутился около него, блин, не мог мимо попасть. С дробовика в упор. Так, ладно. Еще раз, предметы. Оружие, осколочная граната, разворачиваемся, даем в грудах с упор этой бабе. Забираем у нее стимулятор, уходим. Все, сработано красиво, сохраняемся. Перезаряжаемся. У нас осталось 6 патронов в дробовике. Так, куда тут отступать? Еще побежим туда, к этой колокольне, откуда они пришли. Но пока что попробуем хотя бы одного еще убить. Ну это было явно мимо. Так, ладно. Мы их немного согрели. Там еще гребаные собаки, вот что на самом деле напрягает чуть-чуть. Они подходят. Они подходят. Уже успел отхилиться, между прочим. Так, все, теперь мне надо хилиться. Помощь. Давайте начнем с простого медикс. То есть немножко меньше будет получение урона. Теперь чем стрелять, чем стрелять, чем стрелять. Хер его знает, правильным стилем пускай будет. Да, хороший выбор, кстати. О, таинственный незнакомец. Как же ты вовремя, мать твою. Сейчас ты прям очень вовремя, на самом деле. Так, срочно, пожалуй, и займем стимпак. Так, где труп этого спауна? Потому что его надо обыскать. Он наверняка что-то крутое было. Ладно, неважно, потом. Фига там кого-то откинуло. Твою ж дивизию, уходим. Так, надо хилиться дальше. Предметы, помощь, очищенная водичка, еще парочку. Ау. Ау. Да, господи, боже мой. Сдохни уже, пожалуйста, ну. Спасибо. Так, пакетик крови на закуску к водичке. Так, где крутой рейдер, которого звали Спаун? Я хочу найти его тело. Это оно? Нет, это явно не оно. А, нет, это Слава какой-то. Может, оно. Патроны, патроны, стимулятор. Давайте смотреть подробнее. В принципе, неплохая пушка, можно, наверное, и взять. Неплохая в плане цены.
Привет, дорогая. Так, продолжаем разговор. Тут у нас еще пару трупов. Рейдер-выживальщик. Пистолетик. Ну, пока возьмем. Гранатку осколочную возьмем. Патроны, стимулятор. Ух ты, какая пушка. Ну, нет, пожалуй, не будем. Так, а это и есть, получается, той части тела. Скажем так. Ну окей, вроде как отбились. Теперь быстрое сохранение и пойдем, собственно, в атаку дальше. А что нам еще остается делать? Так. Спокойствие, только спокойствие. Да, я вот, конечно, прострелюсь, как на ладони на самом деле, из вот такой открытой местности. Не есть хорошо. Блин, вот этот безграничный потенциал, офигенная пушка, в плане того, что не надо ей перезаряжать. Но надо к ней поставить прицел вот такой вот, и тогда и цены не будет. Так, пошли, короче, в атаку переходим. Ну его нафиг. Карьера Квинси. Да, голова тебе твоя явно была не нужна. Так. Крышку возьмем. Патроны возьмем. Гранат у него не было. Ну да и ладно. Это что такое? Кроволист. Соберем. Ну что ж, пока вроде что-то получается. Что-то мы можем им противопоставить. И их тем временем становится все меньше и меньше. Ну где-то там должны быть еще собаки, насколько я помню. У нас небольшая радиация, но меньше одной в секунду, поэтому это не страшно. Ну, потому что тут бочки, наверное, находятся радиоактивно. Тут, в принципе, до хрена везде радиации. Смотрите, тут везде бочки, бочки, бочки. Ладно, давайте тогда просто учтем, что здесь такое место, и, собственно, постараемся его просто обойти в тупую. Нам это не надо. Еще я много трупов не обыскал, но я уже теперь хрена иду, наверное. Да и как-то не очень не хочется, пожалуй. Блин, хотя карьера интересная, тут там уже всех убил, может быть... Стоит все-таки сгонять, но, блин, радиация, это надо антирадиационный костюм одевать. Нет, ладно, потом. На обратном пути с завода можно, наверное, заскочить будет сюда. А сейчас завод Атома Тойс, наша цель, наконец-таки. Так, интересно, это место защищено, и давайте посмотрим на карту. Защищено, да, то есть я, получается, там всех убил уже. Ну вот и хорошо. Значит, в будущем проблем с ними не будет уже. Можно будет тогда перемещаться, быстрым перемещением. Потому что это место я открыл. И спокойненько лутать. Ну, чем мы, пожалуй, займемся, наверное. После того, как зачистим завод Атома Тойс. Ну, вот, кажется, его. Ну, он, кажется, тоже кем-то насиден. Биг Мак. Мать твою, мутанты, что ли? Да, жесткие мутанты при том. Ёперный театр, а я так пру на пролом. Не знаю, страха и упрека. Давайте, наверное, быстрое сохранение сделаем, что ли, снова. Да, господи, я что-то, по-моему, вообще ничего не отнимаю. Супермутант громила. Ну давай в туловище. Эх, таинственного незнакомца бы сейчас. Было бы неплохо. Но его, как обычно, нету. А если у меня что-нибудь типа толстяка, например, а? Было бы неплохо сейчас им бахнуть. Так, предметы, оружие. Давайте посмотрим. Молниеносный толстяк.
свидания, родной. Еще желающие? До свидания. Ну, вроде неплохо. Это, конечно, не стоило того, чтобы тратить двух патронов. Ну да ладно, мне не жалко. Дрын. А второго что? Три крышки и супермолот. Цена 180. Но, блин, он весит до хрена. Ау! Это кто такой дерзкий? А вот ты, пожалуй, стоишь. Выстрел с толстяка. Ты, пожалуй, явно этого стоишь. Черт возьми, только она была по... Ох, блин, хелси, 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 срочно! Пусть поближе подойдет немножко. Да заряжай давай это говно, ну. Пипец, у него еще пол хп осталось. Прямое попадание в яблочко. Вот это я понимаю разговор. Так, пока что вас никого не видит. Значит, пойдем обыщем его труп. Так, что у тебя было? Патроны 5.56. Карты пропуск. Кстати говоря, Уилсона Тома Тойс и штурмовый карабин. Смотрите, какой интересный. Слушай, этого, пожалуй, стоит взять. Урон 30, при этом он автоматический. Блин, очень неплохо. Я его себе оставлю. Так, давайте еще не сожрем, пожалуй. Предметы, помощь, очищенные водички выпьем. Норм. Так, осколочная мина, это, в принципе, конечно, хорошо. Супермутант-разведчик. Второй выстрел мне уже ничего не дал. Давайте, кстати, быстрое сохранение сделаем. Чтобы нас после такого эпичного замеса не замочили. А то мало ли. Все ведь возможно. Ну, чертов гуль, а, говорит, сходи на Тома Тойс заводик. Принеси мне запчасти. Я думал, блин, легкий квест. Угу. Легче некуда. Сложнее, блин, чем многие сюжетные, мать его. Да сдохнешь ты уже наконец или нет когда-нибудь-то? Ну, наконец-то. Фу, не знаю, все не все, судя по тому, что там красная точка еще, по мне кто-то стреляет, еще явно не все. Очередной супер гребаный мутант. Ты так и слышишь, по нам стреляет, я это вижу. Странно, что ты на это не реагируешь никак. Ну, неужели начала реагировать? Вот стоит только ее пристыдить немножко. Готов, но там еще пару целей осталось. Да нафиг мне ваши осколочные мины, покорите мне врагов. Хотя, впрочем, знаете что, давайте, пожалуй, тут, наверное, закончим. А в следующей серии продолжим штурмовать этот заводик. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте в своих комментариях, что вы по этому поводу думаете. И не забывайте про большие пальчики вверх. Для вас играл и комментировал Валда. Это была игра Fallout 4 на Epic Type. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.